Смотрите сегодня в выпуске. Вам решать. Территория Борового скоро преобразится. Серафимовские торжества прошли в Дивееве. Как не заблудиться в лесу? Советы от поисковиков рыси. Далее расскажем обо всем подробно. В администрации состоялось очередное заседание городской думы. В начале заседания было объявлено о создании в думе новой фракции политической партии «Новые люди». Далее председатель Антон Ульянов представил отчет о деятельности гордумы за прошедший год. Депутаты городской думы занимались вопросами помощи участникам специальной военной операции, как прямым образом направляя финансы, так и привлекая денежные средства наших горожан. Ну, конечно, организационно здесь большую роль играл наш коллега Василий Васильевич Ласточкин, сопровождая те гуманитарные конвои на линию боевого соприкосновения, которые собирались с вашим участием, с участием всех горожан. Дума оперативно транслировала все меры социальной поддержки для участников СВО и членов их семей, которые были приняты президентом и губернатором в документы муниципального уровня. Также в прошлом году были приняты изменения в устав городской думы. Теперь работники думы и администрации, ушедшие на СВО, сохраняют за собой рабочее место и заработную плату по среднему значению. Кроме того, в прошлом году состоялся визит делегации думы в город Энергодар Запорожской области. Была начата разработка проекта соглашения с этим городом. В Энергодаре находится Запорожская атомная электростанция. Ввиду непростой военной и политической обстановки на этих территориях, соглашение пока не заключено. Также в прошедшем году в Сарове прошла сессия стратегического планирования «Особенности развития закрытых городов». Есть такой пункт развития управленческих кадров города Сарова. Действительно, нам порой не хватает компетенций, нам не хватает специалистов. Есть такая структура, например, школа госкорпорации «Росатом». И, в общем-то, все эти структуры готовы делиться своими компетенциями, готовы участвовать в обучении специалистов муниципалитета, управленческих кадров. Это очень важно, и, на мой взгляд, это уже вошло в определенные документы, это зафиксировано, это точно будет реализовано. Дума работает над программой развития социальной инфраструктуры города. Объем финансирования – более 100 миллиардов рублей. Сегодня Саров – не только один из ключевых элементов обороноспособности страны, но и лидер технологического развития во многих отраслях. Далее на заседании были единогласно приняты изменения в устав города. Теперь городской депутат прекращает исполнение своих полномочий, если ему был присвоен статус иностранного агента. Также были дополнены категории лиц, которые получают поддержку из местного бюджета при заключении контракта с Министерством обороны. Муниципально-правовые акты теперь будут публиковаться в газете «Городской курьер». Далее были утверждены условия приватизации ЖКХ и преобразования его в акционерное общество. Виды деятельности предприятия после реорганизации остаются в целом те же самые. Добавляется два вида деятельности – это строительство жилых и нежилых зданий и управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение. Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов – 13 миллионов 545 тысяч рублей. Эта же сумма является уставным капиталом акционерного общества. «Горавтотранс» также был приватизирован единогласным решением депутатов. Дополнительных видов деятельности у него не появится. Реорганизация, она связана с тем, для того, чтобы предприятие более органично функционировало в условиях рыночной экономики на сегодняшний момент. Качество услуг при этом предприятия, и я как директор это могу точно заявить, будет расти год от года. Директор «Горавтотранса» также заверил депутатов, что качество услуг не упадет, и предприятие продолжит динамично развиваться. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24. Рухнувшая кровля, обгоревшие стены и балки. Дом по адресу Пионерская, 19А, заброшен уже не первый год. За это время он не раз горел и теперь находится в совсем неприглядном состоянии. Это здание производственного назначения. Его купил в 2014 году физическое лицо. Оно располагается на землях, на федеральных землях. И данное физическое лицо планировало его реконструировать под какое-то иное назначение. Может быть, под жилье, может быть, под какой-то детско-юношеский центр.
Но планы так и остались планами. Как итог, сегодня здание заброшено. Можно предположить, что средств для проведения задуманной реконструкции пока что не хватает. Кроме того, заброшенное здание стало объектом внимания подростков. Мимо проходящие школьники и молодежь, они, естественно, обращают на него внимание, залезают в него и устраивают беспорядки. Администрация города неоднократно обращала внимание собственника здания на то, что нужно содержать здание в надлежащем состоянии. Он реагирует, но, тем не менее, оно ветшает. 5 лет назад в администрацию города было направлено обращение об аварийном состоянии дома. Комиссия по осмотру здания составила акт осмотра, по которому собственника обязали привести объект в надлежащее состояние, провести техническое обследование. Было предписано сделать капитальный ремонт, если собственник хочет сохранить дом, а также обеспечить безопасность населения и окружающей среды. Но за 5 лет здание обветшало еще больше. В этом году произошел пожар на здании, и, по моей информации, там велось следствие. Сейчас в судебном порядке будет взыскиваться какие-то средства на восстановление здания. После уже пожара администрация направила предписание собственнику на то, чтобы он оградил здание, установил ограждение для ограничения доступа и занимался восстановлением здания. Если здание будет полностью разрушено, собственник потеряет на него права. Сейчас у дома уже нет крыши. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24. На территории пруда Борового благоустраивают новую зону отдыха. Этот проект выбрали горожане в качестве приоритетного на этот год в рамках программы «Вам решать». Теперь этот любимый многими горожанами уголок природы, или как его еще называют, бассейн, станет более привлекательным и комфортным. По распоряжению главы города Алексея Сафонова на территории Борового максимально сохранят растительность, за исключением аварийных деревьев. По словам руководителя, пляж должен стать более комфортным, но остаться таким же зеленым, как и раньше. В рамках реализации проекта на Боровом появятся пешеходные дорожки с покрытием из брусчатки, велосипедные дорожки шириной в 1,5 метра и велопарковки, а также площадки для размещения мест отдыха со скамейками, навесами и урнами. Для детей построят детскую площадку с новыми игровыми элементами. Любители спорта смогут провести время на спортивной зоне с 2 площадками для волейбола и комплексом для занятий воркаутом. В ходе ремонта обновят песчаное покрытие, в том числе в зоне пляжа, с кабинками для переодевания. Для безопасности территорию Борового оснастят системами освещения, видеонаблюдения и оповещения. Закончить благоустройство планируют осенью этого года. Светлана Ярнова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24. В медицинских вузах и колледжах появится больше бюджетных мест, а больницы и поликлиники по всей стране модернизируют. На это направлен новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». По поручению премьер-министра к началу августа Минздрав представит доработанную версию нацпроекта. Планируется с 2025 года увеличить количество бюджетных мест в вузах по медицинским специальностям. Поэтапно нарастить прием студентов-медиков в техникумах и колледжах, в том числе по программе «Профессионалитет». Для каждого российского региона план по сокращению дефицита медицинских кадров на 2025-2030 годы. Основная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» к 2030 году – увеличить среднюю продолжительность жизни в стране не менее чем до 78 лет. Сейчас она составляет 73,5 года. В состав нацпроекта войдет 11 федеральных проектов, 4 из них направлены на помощь людям с онкологическими заболеваниями, гепатитом С, сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сегодня в Дивеево поют Пасху. Так сбылись пророческие слова преподобного Серафима Саровского о том, что когда его мощи принесут в Дивеево, посреди лета запоют Пасху. День памяти горячо любимого русского святого широко празднуют на Дивеевской земле, где почивают мощи батюшки Серафима. Многие паломники стекаются 1 августа в Серафимо-Дивеевский монастырь, чтобы получить здесь благодать и помолиться святому угоднику. В этом году в монастыре праздновали 270-летие со дня рождения преподобного Серафима Саровского.
Покровского и 121-ю годовщину со дня его прославления. Ежегодно 31 июля и 1 августа в Серафимо-Дивеевскую обитель стекаются огромное количество паломников. По данным сотрудников монастыря, на торжества прибыли более 12 тысяч человек. По сложившейся традиции, божественная литургия 1 августа состоялась под открытым небом, потому что ни один храм монастыря не в состоянии принять многочисленных верующих. Также накануне ночью и ранним утром отслужили еще 5 литургий в разных храмах. Главное богослужение состоялось на площади перед Преображенским собором, где заранее устроили временный алтарь. Сюда же перенесли раку с мощами преподобного Серафима. В этом году праздничное богослужение возглавил викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси митрополит Каширский Феогност. Ему сослужили митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий и многочисленный сонм архиереев. Митрополит Феогност передал приветствие патриарха Кирилла. Уже более века не оскудевает поток верующих к раке честных мощей преподобного Серафима, который учил людей христианской жизни не столько наставлением, сколько добротой, душевной теплотой и не оскудевающей пасхальной радостью. Всенародное почитание этого святого убедительно свидетельствует о том, что он и до ныне является скорым целителем болящих, наставником заблудших и утешителем скорбящих. На праздник в Дивеевскую обитель приехали почетные гости из области и всей России. Настоятельница Дивеевского монастыря игуменья Сергия преподнесла митрополиту Феогносту и митрополиту Георгию просфоры и иконы с изображением преподобного Серафима Саровского и святого страстотерпца царя Николая II. По окончании богослужения со своим пасторским словом к собравшимся обратился митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Очень важно иметь в сердце свое радость. И когда радость не посещает нас, зачастую сами в этом виноваты. А радость дается через стяжание Духа мирного, Божие, как заповедал старец Серафим. Поэтому он сказал, что посреди лета запоют вас. И для нас это неизменная традиция. Поэтому приветствуем вас, пасхальное приветствие. Христос воскресе! После литургии мощи преподобного торжественно перенесли в Троицкий собор. Все присутствующие на торжествах получили в подарок иконки преподобного Серафима Саровского. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Александр Сильвеструк пошел на СВО добровольцем в составе спецназа «Ахмат». В зону боевых действий Александр заходил 2 раза и был на передовой, в самых горячих точках. Россию и Украину он всегда воспринимал как одну землю. Половину детства Александр провел у бабушки на Украине. Его отец был кадровым офицером и участником локальных конфликтов. Поэтому все это так или иначе повлияло на мужчину. Его решение уйти на фронт было твердым и сиюминутным. Поехал туда, потому что эта земля все равно наша. Я говорю, то есть то мракобесие, которое творится, то есть началось твориться там в угоду, там, не знаю, денег, власти, чего-то еще. То есть это то, что это все в итоге, да, страдает обычный народ, люди. То есть как бы поэтому и решение было таким, что я еду не в чужую страну, да, я еду на свою землю. В общей сложности Александр Сильвеструк провел за ленточкой 1.5 года. Александр рассказывает, что когда приходил оттуда домой, то было ощущение, как будто это 2 параллельных мира. Настолько разная жизнь там и здесь. Самым тяжелым на фронте было терять боевых товарищей. Порой человеческие потери были слишком большими. Первый заход спецназа «Ахмат», который я должен был остаться до конца, но я уехал хоронить маму. Из 200 человек вернулось 69 живыми. Это был Новый год,
Новый год – это всегда усиление боевых действий, чтобы испортить людям праздник. Всегда у нас, где бы то ни было, происходят какие-то либо теракты, либо какие-то провокации и прочее. Поэтому в Новый год, я говорю, честно скажу, наши войска, я говорю, потеряли много ребят. То есть был там и наступление, и работа арты, и дронов, и прочего, всего. Были случаи, когда ребята просто не доезжали до боевых позиций. На фронте Александр был на грани жизни и смерти, получил серьезную травму. Об этом он вспоминает с особой тяжестью на сердце. Вернувшись в мирную жизнь, Александр Сильвеструк, как и прежде, стал работать инструктором по вождению, а также стал заниматься волонтерской деятельностью. Вместе с другими единомышленниками он собирает гуманитарные грузы и отправляет их на фронт. Ведь ветераны СВО не понаслышке знают, как живут бойцы, чего им не хватает и как им можно помочь. Сейчас, да, вот когда я уже не на СВО, то есть занимаюсь гуманитарной помощью, вода – это один из главных пунктов того, что мы туда перевозим, потому что она либо отравлена, либо ее нету, либо нету никакого-то доступа, то есть с питьевой водой напряженка. В тяжелых военных условиях необходимо то, что поддержит и укрепит силы. По наблюдениям Александра, для многих солдат такой опорой стала вера. Греют сердца на фронте и детские письма. Они помогают, отвлечься от всего вот этого, то, что мракобесие, от всего вот этого, всего вот то, что там происходит, то, что какая-то связь с обычной жизнью. Вот. Я благодарен детям и считаю, то, что их помощь неоценима в этом плане, то есть детки, поэтому если кто-то увидит, услышит, пишите, всегда письма доставляются, письма читаются. Более подробно о службе Александра Сильвеструка в зоне СВО смотрите в передаче «Лица Сарова». Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Специальная военная операция началась 2 года назад. Событие всколыхнуло общественность. Различные аспекты боевых действий, причинно-следственные связи, фронтовые истории приковали всеобщее внимание. Но также стали и средствами для различных манипуляций и фейков. Чтобы сохранить реальные факты этого времени, подвиги бойцов и увековечить память саровчан-участников боевых действий, в городе проходит сбор документов по истории СВО. Это не какая-то новая акция. Да? Что-то похожее происходило в годы Великой Отечественной войны, когда еще в 1941 году на уровне Государственного комитета обороны выходили нормативные документы, которые требовали обеспечить сохранность документов, связанных с Великой Отечественной войной. Да? Сейчас вот по аналогии мы действуем так же. Собираем документы самостоятельно, то есть выходим на организации, учреждения, периодические издания, средства массовой информации. Свой вклад в создание исторического фонда могут внести сами бойцы и их семьи, а также коллеги, сослуживцы, учреждения образования. В архив принимают официальные документы, публикации, дневники и воспоминания, фото и видеоматериалы, интервью с участниками СВО, письма и так далее. Примут и такие экспонаты, как награды и трофеи. Материалы могут быть связаны как с добровольческой деятельностью, так и с личным подвигом бойцов, действующих или погибших. Работа ведется последние 1,5-2 года. Подшивка газетная, в электронном и бумажном виде у нас принята на хранение. Есть документы персональные по участникам СВО, есть документы по сборам и помощи новым регионам Российской Федерации и на фронт, отправка материальной и технической помощи. Мы всю эту документацию собираем, сохраняем, упорядочим, и в дальнейшем она послужит источником для изучения всех этих событий. Сбор документов по истории СВО не разовый. Приносить материалы можно на постоянной основе. Помимо архива, их принимает и городской музей. Получить консультации можно по телефонам 3-42-56, городской музей, и 9-18-01, архив города Сарова. Светлана Ярунова, Руслан Лапшин, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. В
лесу под Нижним Новгородом обнаружили тело бывшего председателя областного суда Валерия Воробьева. Об этом сообщило Главное управление МВД России по региону. Пожилой мужчина вместе с супругой отправился за ягодами, но семейная пара потерялась в лесу. Жена выжила, но находится в тяжелом состоянии из-за обезвоживания. Таких историй летом становится немало. Люди отправляются в лес за грибами, ягодами или в длительные походы. В этом сезоне поисковики «Рыси» работали в основном за городом. В этом сезоне у нас пока относительно все спокойно. Уже несколько недель мы сидим без выездов. Было несколько лесных поисков в округе Сарова. Да, грибники, ягодники меньше суток. Меньше двух суток длились эти поиски. То есть все достаточно быстро и благополучно у нас заканчивалось. Каждой лесной прогулке, неважно, какая у нее цель, нужно подготовиться заблаговременно. Желательно изучить район, в который вы собираетесь выйти, изучить приметные ориентиры. Обязательно о месте и времени похода нужно предупредить кого-то из родственников. Зарядите телефоны и другие гаджеты. Хорошо иметь при себе и портативное зарядное устройство. Вода, лекарства, которые вам необходимы, легкий перекус, фонарик – все это обязательно должно быть в вашей сумке перед выходом в лес. Всем рекомендуем брать с собой противоаллергические, вне зависимости от того, сталкивались люди раньше с аллергией или нет. То есть реакция на лес, на его обитателей, те же самые змеи, либо жалящие дикие осы, шершни, реакция может быть непредсказуемой, человек может ее не знать. Спички, зажигалка, то есть средство разжига огня, на случай, если вдруг в лесу придется заночевать. Да, огонь – это у нас, во-первых, обогрев, во-вторых, сигнал, в-третьих, возможность приготовить себе что-то покушать. Если умеете использовать программы, можете установить себе на телефон специальный трекер, который запишет ваш путь и по которому вы сможете вернуться. Если вы понимаете, что потерялись, а в лесу начинает темнеть, постарайтесь не поддаваться панике, а приготовьте себе место для ночлега. Нужно набрать веток, травы и листвы, сформировать лежанку или шалаш, разжечь костер. Если на улице холодно, то есть там 10 градусов, ниже 10 градусов, то спать ночью уже рискованно и не рекомендуется. То есть человек во сне может получить переохлаждение и либо не проснуться, либо проснуться уже в состоянии совсем ограниченной подвижности в силу того, что организм очень сильно экономит энергию. Вот, поэтому в теплое время спать можно, но опять же, да, позаботившись предварительно о своем ночлеге. Если вы понимаете, что потерялись, остановитесь и больше никуда не перемещайтесь, чтобы не зайти глубже в лес. Позвоните на линию 112 и скажите диспетчерам всю информацию. Если есть возможность, предупредите родственников, но делайте телефонные разговоры максимально короткими, чтобы не сажать устройство. Если телефона с собой нет, но вы предупредили близких о своем походе, оставайтесь на месте и ждите подмоги. Основной совет родственникам – не выжидайте 3 дней. Заявляйте в полицию сразу же, как понимаете, что человек не вернулся из леса в назначенное время. Светлана Юрнова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24. «Боевой карандаш» – творческое объединение ленинградских художников, которые выпускали агитационные плакаты и сборники сатирических рисунков в середине 20 века. Первые плакаты объединения появились зимой 1939-1940 годов, в период Советско-финляндской войны. В период Великой Отечественной войны плакаты «Боевого карандаша» стали важным военно-патриотическим агитационным материалом и приобрели огромную популярность. В работе объединения участвовали графики, живописцы, скульпторы, писатели и поэты. В послевоенное время плакаты рисовались на тему, сатирические плакаты на какие-то бытовые темы и международные политические. Само объединение просуществовало до 1990 года. «Боевой карандаш» или «Карандашисты», как его еще называли, это сообщество не только художников, а также поэтов и писателей. Для «Боевого карандаша» характерны лаконичные, острые, хлесткие тексты, чаще всего стихотворные, которые сопровождали рисунок и отражали его злободневность. В фондах городского музея хранится несколько десятков плакатов ленинградских художников. Из них составлена небольшая экспозиция с тематическим названием «Оружием сатиры». На выставке посетители могут увидеть плакаты периода 80-х годов. Целью выпуска сатирических плакатов было преодоление различных недостатков в жизни общества – коррупция,
бюрократия, халтура, лень, пьянство – все это высмеивалось авторами плакатов. Смотря сегодня на пожелтевшие листы, мы понимаем, что многие из сюжетов актуальны и злободневны и в наше время. Формат выставки не позволил разместить все плакаты, которые находятся в фонде. Поэтому остальную часть экспонатов сотрудники музея могут показать по запросу посетителей. Выставка «Оружием сатиры» работает до середины августа. Возрастное ограничение 6+. Светлана Юрнова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Два года назад пес Смоки скитался по улицам Сарова, мерз и голодал. Собака попала в отлов, откуда ее забрали волонтеры общественного объединения «Верный друг». Мы его сразу очень полюбили, потому что это такое чудо, такой позитив, такое ласковое создание. Вот. Игривый, веселый, ласковый, добродушный парень. Ой-ой-ой-ой. Он может быть прекрасным другом любой семье, только вот почему-то его семья пока не пришла за ним. Как и все собаки приюта, Смоки стерилизован, привит как от бешенства, так и комплексно, обработан от всех паразитов и полностью здоров. Это очень верный и добродушный пес, который умеет любить, как никто другой. Пес Авдей раньше скитался по городу в районе улицы Александровича. Животное прибилось к одному двору и было любимцем детей. Но не все люди добрые, и над ним нависла опасность, и мы забрали его к себе. Ему Авдюше сейчас где-то 2,5-3 года, вот так. Он игривый, но такой достаточно спокойный, покладистый парень, очень ласковый, очень добродушный, любит людей, любит общаться. Пес здоров и привит, обработан от паразитов и стерилизован. Авдей подойдет как в семью с детьми, так и в частный дом, ведь он может жить в будке. Если вам нужен компаньон, этот пес станет верным другом. Все остальное своим поведением, да-да-да. Вот такой вот лизучий, целовачий парень. Выбрать себе четвероногого друга и забрать его домой может любой желающий. По всем вопросам обращайтесь к волонтерам «Зато верный друг» по телефонам 8 910 390 27 40 и 8 991 192 07 48. Уже по традиции ветераны ВМФ города Сарова приняли участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Едут саровчане туда не с пустыми руками, а с передвижной выставкой «Адмирал Ушаков». В течение недели выставка экспонировалась в Кронштадте в Морском Никольском соборе. Таким образом, о личности непобедимого адмирала и о Саровском музее военно-морской славы узнали свыше 36 тысяч гостей с разных уголков России. Мы успели за неделю провести 85 экскурсий, конечно, не бесплатные, пользовались большим успехом, ну, всегда пользуются успехом, то есть многие уже знают, что и ждут нас, нашего приезда, потому что, конечно, это увлекательный, интересный рассказ, тем более, вы знаете, мы не записываемся, не описываем, то есть нет брошюры, поэтому работаем только вживую, и каждый раз узнать что-то новое, прибывает как можно больше вот год от года количество людей, которые хотят узнать в Шакове именно истинную информацию. Также саровчане провели 3 мастер-класса для экскурсоводов Кронштадта и Санкт-Петербурга. Экскурсии длились почти 3 часа. По словам Сергея Яковлева, экскурсоводы северной столицы остались под большим впечатлением. И многие приемы работы взяли на заметку. Саровский музей военно-морской славы становится все более известным и любимым в различных регионах России. Организаторы выставки стали участниками еще одного важного события – открытия памятника Федору Ушакову в Санкт-Петербурге. Появление памятника в северной столице ждали 107 лет. Был в Санкт-Петербурге организован конкурс памятников. В нем участвовало 32 автора, 32 скульптора. Мы тоже не заявлялись, что мы были участниками, потому что наша форма, она тоже обладает, вы знаете, своей яркой индивидуальностью, является единственной ручной реконструкцией в мире. Поэтому победитель Владислав Маначиски, который занял первое место, он, естественно, сразу к нам обратился. На основе мундира адмирала скульптор делал памятник, выверял пропорции, размеры, форму одежды и так далее. К концу года передвижную экспозицию планируют пополнить еще одним стендом, посвященным истории создания памятника. Также Саровский музей военно-морской славы принял участие в великом освящении храма Богоявления Господня в селе Хопылеве Рыбинского района Ярославской области. Именно в этом храме была сделана запись в метрическом
детской книги о рождении в семье Ушаковых мальчика, которого нарекли Федором. Выставка побывала и там. В храме представили и новый предмет экспозиции – боевое знамя, которое подарил Союз православных женщин города Москвы. Такое знамя существует пока в единственном экземпляре. Саровский музей военно-морской славы планирует принять участие в создании центра Ушакова на речном вокзале в столице. Светлана Юрнова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.